А тем часом ратавальники нагадываются об безопасности детей под час каникул. Сегодня акция прошла в Ленинском районе столицы. На школьном стадионе собрали 350 учеников. С мастер-классами перед ними выступили супрацовники МНС. Дети смогли примерить костюм ратавальника и увидеть, как работает спецтехника. А представники Червоного крыжа научили школьников правильно оказывать первую допомогу в выпадку переломов и інших травм. По статистике, наибольшее количество происшествий с детьми случается именно в каникулярный период, потому что дети часто остаются предоставленными сами себе, и поэтому наша задача сейчас – работать с детьми и, конечно же, с их родителями для того, чтобы каникулы прошли безопасно. Сейчас вот с детскими школьными лагерями, с детишками работаем, проводим такие мероприятия во всех районах города, чтобы все дети максимально знали правила безопасного поведения в быту. Акция «Безопасные каникулы» протягнется до конца летнего отпочинку и пройдет в разных школах столицы.